400 маленьких спортсменов из 48 детских садов округа приняли участие в 9-й спартакиаде дошколят. Финал соревнований состоялся на стадионе «Промагра». Кто оказался самым быстрым, ловким и выносливым – в следующем сюжете. 5 секунд. Именно столько потребовалось воспитаннику 33-го детского сада Артему Нехаеву, чтобы стать победителем в дисциплине «Бег на 30 метров». Не знаю, как я пробежал вот так вот. Ну, ускорился вот так вот. Я волновался перед участием. Но я все прошло, и я победил. Оля Ратушная тренируется. Буквально через пару минут девочка сразится с воспитанниками других детских садов в метании 100-граммового мешочка. А вот Никита Таюрский уже пробовал победить, но потерпел неудачу. Я дома катался в спартакиаде и метал мячики. Ну, победить у меня не получилось. Но я не расстраиваюсь. Но для меня было главное участие в спартакиаде. 9-я спартакиада среди дошкольников собрала 400 спортсменов из 48 детских садов округа. На стадионе «Промагра» ребята сразились в 4 дисциплинах. Бег на 30 метров, прыжки со скакалкой, метание мешочков и прыжки в длину с места. По итогам соревнований выявляют сильнейших. В каждой дисциплине 6 призеров – 3 мальчика и 3 девочки. Выявляем одаренных детей с дальнейшим приобщением их в спортивные школы. Ну и закладываем небольшой фундамент для дальнейшей жизни уже в школе. Поддержать маленьких спортсменов пришли друзья и родители. По результатам общекомандного зачета самыми ловкими и сильными оказались воспитанники 33-го, 24-го и 11-го детских садов. Каждый участник, независимо от результата, получил грамоту и сладкий подарок, а победителей наградили вкусными медалями. Ирина Бойко, Евгений Левошко, Алексей Грачев, 9-й канал.